Приветствую вас, и вы знаете, на самом деле, если мужчина просит вас что-либо ему доказать, то велик шанс того, что он делает это специально, чтобы вами манипулировать, чтобы вами управлять. Потому что любовь сама по себе безусловна. И человек либо ее принимает, либо нет. Можно доказывать любовь, ну, как любовь, можно доказывать преданность человеку. Но доказывать это спокойно, последовательно, выдержанно, только в том случае, если вы человека предали. И только в том случае, если вы предали его, не желая этого. То есть, там, поддавшись или каким-то влечением, будучи в состоянии аффекта, или оказавшись в исключительных обстоятельствах. В этом случае можно, наверное, что-то доказывать. Но опять-таки, это не значит, что вам нужно из кожи вон лезть, чтобы что-то пытаться доказать. Человек сам хочет восстановить с вами доверие. Человек сам хочет быть с вами, и если он хочет, вам нужно просто идти ему на встречу и все. А если вы стремитесь доказывать кому-либо, что вы любите его, ну, можно доказывать так очень-очень долго, ничего не доказать, и в итоге еще больше в себе усомниться. Не нужно этого делать. Вам нужно просто быть собой, проявлять знаки внимания мужчине, который вам нравится, которого вы любите, и все. А если он говорит, что ему этого недостаточно, значит он, скорее всего, просто вас использует. Использует для своего самоутверждения. Потому что ведь человек, которого вы любите, по идее, тоже, наверное, вас любит, или вы думаете, что он любит, или он вам говорит, что он любит вас, но не верит вам, а скажите, у него есть основания для того, чтобы вам не верить? Если основания есть, то тогда лучше работайте не над тем, чтобы доказать ему, что вы его любите, а над тем, чтобы дискредитировать эти основания, чтобы показать ему, что этих оснований больше нет. А доказывать любовь не нужно, не стоит. Если человек не видит этой любви другому, значит, он сам не любит. Если человек не любит любви, не видит любви другому, значит, он не видит вас. Значит, он относится к вам безразлично. И таким человеком вам лучше не связывать свою жизнь. Будет только хуже. Еще раз повторю. Любовь безусловно, и проявляется она действиями, словами, отношениями. И если вы, вот как умеете, любовь свою выражаете, а парень говорит, что не верит вам, ну, значит, это его проблема. Когда-нибудь он поймет, что это была настоящая истинная любовь, но будет уже поздно. А если мужчина руководствуется какими-то общепринятыми нормами, то это, наверное, еще хуже. Потому что такой человек и тем более далек от искренности. Он смотрит на форму, а не на смысл. Он смотрит на результат, а не на порыв, не на мотив. Ну и в таком случае нельзя не говорить о том, что вы его мало волнуете. Его волнует просто внешняя сторона. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.